Ребята, всем привет! Сегодня ко мне приехала посылочка с новыми добавками, и я вам уже хочу их поскорее показать, потому что они очень-очень крутые. Плюс мы с вами поэкспериментируем и сделаем два дизайна с новыми добавками. Ну что ж, давайте скорее начинать, но не забудь подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан, а также активировать колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! Ну и, наверное, первое, что я вам обязана просто показать сразу же, это супер новые добавки, которые я еще ни у кого не видела в России. В Америке я такие видела. Если вы видели у кого-то в России такие добавки, то напишите мне в комментариях, у кого. Итак, внимание. Это супер красивые, блестящие штучки. Вот сначала это желтый цвет, посмотрите, какие они. Это как будто порезанные трубочки, не знаю, похоже на такой. Я сначала думала, что они будут желтые, как, знаете, какие-то бусинки. Но они на самом деле мягенькие. То есть... Я просто балдею с этих бинксубетс, как они называются. И уже хочу побыстрее вам показать какие-нибудь дизайны с ним, поэтому сегодня точно будут дизайны с такими вот добавками. Ну а кроме желтого я также заказала синий. Это точно такие же добавки, они тоже очень красивые. У меня, к сожалению, только два цвета, но я хочу целую радугу прям таких добавок, потому что они реально очень-очень крутые. Я прям влюбилась в эти бинксубетс и хочу быстрее уже испытать, как они будут в слайме. Следующее это Фима яишники. У меня таких еще не было, и я очень рада, что они появились в моей коллекции добавочек, потому что выглядят они необычно, и мне всегда не хватало яиц, на самом деле, не знаю почему. Когда-то у меня был какой-то дизайн прикольный, но я уже, к сожалению, его сейчас забыла, хотя, может быть, мне придется, ну, может быть, у меня получится его вспомнить. Следующие новые Фима фруктики это зеленые яблоки. Они очень красивые, очень миленькие и такие, знаете, пухленькие. Плюс очень яркие. И вот именно яркие Фима мне нравятся больше, чем какие-то более темные. Знаете, вот красные вишни, красные земляники. Я люблю розовые земляники, розовые вишни, зеленые яблоки, розовые яблоки. То есть вот я больше люблю что-то яркое. Пиши в комментах, а вам... У меня, кстати, уже целая коллекция яблок. У меня все сорта, мне кажется, собрались уже. А, и в реальной жизни я, кстати, тоже обожаю, знаете, такие прям супер жесткие, супер зеленые яблоки. Чтобы они были такие кислые, что просто жесть. Не обойдемся мы и без больших фимофруктиков. Зеленые яблоки. А вы чего ожидали? Конечно, зеленые яблоки, их тут сколько? Если я не ошибаюсь, то я вроде бы как заказывала 40 штук. Конечно, на 40 штук тут мало похоже. Я потом их пересчитаю на всякий случай. Надеюсь, что все хорошо. Дальше. Это такие же яблоки, только розовые. Я же вам говорю, я люблю розовые и зеленые яблоки. Они красивые, а вот красные не очень. Вот, они тоже очень красивенькие, их тоже должно быть 40 штук, потом пересчитаю. А теперь у нас уже пойдут Фима средний, то есть и не маленький, и не огромный, средний. Первый это вот такие вот земляничные или клубничные рулетики, они очень красивые, у меня недавно появились... такие же, только обычные Фима маленькие. И я их до сих пор так и не юзала, надо уже использовать их. Розовые землянички, тоже средние Фимы. Вот землянички мне как раз таки тоже красные не нравятся, а розовые нравятся. Их тут, не знаю, честно говоря, сколько штук, но их тут много. Розовые вишни, ну вы поняли, да, на что меня тянет. И последнее, это красные сердечки, не знаю, мне они напоминают какие-то шоколадки, что ли. Почему-то мне это шоколадки напоминают. Ну, напишите, как вы думаете, это просто сердечки или что-то, это какая-то открыточка, может быть, или как мне кажется, шоколадка. Ну, короче, они очень красивые. Собственно говоря, да, с добавками это все, а теперь мы сделаем два дизайна слайма с двумя разными новыми добавками, которые у меня сегодня появились, и давайте начнем. Первый слайм я хочу сделать с яишенками, и у меня есть одна идея, я сейчас буду просто, опять же таки, экспериментировать с вами, я еще не продумывала такой дизайн, но мне кажется, что яишенки, знаете, их же обычно на сковородке жарят, логично, да, и сковородки у нас серебристые, а у меня есть замечательный серебристый краситель. Чтобы вы понимали, выглядит он как-то вот так. Это я добавила тут совсем немного красителя. Но это уже готовый слайм, как вы понимаете. И не знаю, мне кажется, что можно добавить побольше красителя. Будет более такой темный цвет. И попробую туда добавить эти яичники. Будет как яичница на сковородке. Давайте попробуем. Беру клеер-базу. Она еще не совсем клеер, потому что я ее сделала только сегодня. Там много пузырьков. Теперь добавляю сюда краситель. Так, добавила я, значит, краситель. Теперь перемешиваем. Ой, все, теперь будет в серебре у нас. Ну что ж, перемешиваем это все. Ой, девчонки.
Вот, мне кажется, слайм растаял у нас с вами. Сейчас принесу активатор. Что уж теперь. Так, добавляем активатор и перемешиваем вновь. Честно, я уже даже не знаю, будет красиво смотреться, но опять же таки мы с вами просто экспериментируем. И давайте добавим сюда яичники. Ну, мне кажется, что неплохо все-таки. Ну, не знаю, девчонки, пишите в комментариях, нравится вам вот такой вот слайм или же нет. Честно, я пока что как-то, не знаю, не могу ничего сказать по поводу этого слайма, потому что еще даже сама толком не понимаю, какие вообще можно дизайны сделать с яичницами. Ну, не знаю, вы бы вот купили такой слайм, к примеру, такого дизайна. Я еще продумаю, конечно, яйца, наверное, будут красиво смотреться именно на клаудах, возможно. Но на клаудах я и так смогу придумать дизайн, тупо взять, блин, не знаю, желтый слайм и положить сверху яичницу. Ну, это изи, понятное дело. А вот насчет клир слаймов и других текстур, я, честно говоря, пока что не знаю. Ну, просто если сделать все желтым или все белым, то будет все сливаться. Это будет некрасиво и неинтересно. Ну, наверное, да, вот такой вариант достаточно удачный. Мне понравился, в принципе, прикольно. Давайте дальше. Следующие добавки мои любимые. Я попробую сейчас. Не знаю, честно говоря, что из этого получится. Берем белую основу. Возьму пока что вот такое вот количество. И сюда сейчас добавлю прям супер много вот наших любимых добавочек. То есть я надеюсь, что вы поняли, вот я про эти вот. Хочу сделать прям кранчи слайм из этих добавок. Мне кажется, что получится прикольно. Хочу их просто потрогать. Какие они мягенькие, приятные. Так, добавляем их. Какие красивые. Возможно, это лучше делать, может быть, с clear слаймом. Но я не знаю, я хочу попробовать с original именно. Хочу сделать кранчи. Какие они приятные. Вы обалденные добавки, ребятушки. Это топ. Это просто офигенно. Я эти добавки теперь обожаю. Так, ну знаете, они так очень-очень приятно колятся. Даже не то чтобы колятся, они делают скорее больше массаж рук. Я хочу добавить еще больше, сделать прям, чтобы он состоял почти из этих добавок. И это будет мой любимый слайм, я так чую. Я в него буду много играться. Ох, какой он приятный. Это супер залипашка, ребята. Это моя любимая добавка. Теперь к Фима по сыпкам. И чему-то там еще прибавляются вот эти вот. Какие они приятные, ребят. Я в шоке. Это лучше, чем шарики пенопластовые. Лучше, чем фишболы. Лучше, чем слаш, наверное. Кстати, я слаш вроде бы заказывал недавно. Скоро должна приехать посылочка. Ой, это идеальные добавки. Я обожаю их. Слышите, как он хрустит? Я же это не одна слышу, правда? Я же не сумасшедшая. Это нереальный кранч. Давайте добавим еще немножечко. Самую малость, вот столько. И перемешаем. Не все, ребят, я влюблена. Шип-шип. Шиповники, все дела. Какой же он прикольный. Сейчас слушайте великий АСМР. Бог ты мой, насколько же это приятно. Не знаю, мне сюда даже больше ничего не хочется добавляться. Ладно, давайте уже доделаем дизайн до конца. Может, все-таки дизайн слайма делаем. Сейчас добавлю еще чуть-чуть сюда. Хочу просто посмотреть, какая текстура получится. Добавить прям их слишком много. Хочу получить прям такой супер кранчи. Вот, мне кажется, я добилась этой текстуры. Возможно, это выглядело бы красивее в clear слайме, но... Ребята, это все равно офигенно. Так, теперь берем второй кусочек слайма. Слушайте, я трогаю после этого слайма вот просто оригинал. Он такой мягенький, он такой прям нежный. А это такой прям, ну, колючий, как бы, понятное дело. Но после этого такой прям вообще
как будто я вообще ничего не трогаю. И в этот слайм мы добавляем уже желтого цвета. Главное не облажаться, ребят. Тут такой огромный мешок, что я просто в афиге, честно говоря. Ой-ой-ой. Ой, какие они приятные. Так, ну добавляем еще. Сейчас добавлю, короче, сколько нужно вот в этот слайм еще добавок. Будем постепенно добавлять, перемешивать, и сейчас покажу вам результат. Добавляем еще этих. Блин, что-то там. Кого-то, чего-то. Странное название у них, конечно, но они офигенные. Все, два слайма у нас готовы. Теперь закладываем в баночку. Так, этот на эту. Блин, я все как обычно испортила. Так, этот на эту сторону, этот на вторую сторону. Тут даже перебор произошел. Похож на какой-то флаг, ну ладно. Сверху, of course, вы можете чем-то посыпать, но я просто хочу их перемешать и посмотреть, какой цвет получится. Процесс. Он невероятно приятный, он очень круто хрустит, это невероятный АСМР. Поэтому, ребята, хотите ли вы видеть такие же слаймы в продаже, ну или просто с добавлением таких приколян, пишите в комментариях, я еще надо будет придумать, короче, текстуру, как это будет называться вообще, эта текстура, потому что на самом деле она очень прикольная. Короче, я влюбилась в новые добавки, особенно вот в эти вот приколямбы. Все новые добавки мне очень сильно понравились. А, давай предположим так, что у тебя есть выбор взять только одну добавку себе домой. А, какую добавку ты бы выбрал или выбрала? Пиши в комментариях. Например, я бы выбрала вот эти вот трубочки, забыла уже, как они называются. Но они очень прикольные и необычные. А, Bing So Bats. Ну и на этом данное видео подходит к концу. И я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то не забудьте его оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. Также не забывай, что есть в других соцсетях лайки и инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. Ну а я вас всех целую, обожаю, обнимаю. Знаете, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока!